Горно-транспортный цех Мирнинско-Нюрбинского ГОКа пополнился техникой. 4 автосамосвала приступили к перевозке алмазоносного сырья с рудника «Интернациональный» и комплекса сортировки алмазов. Большие грузы имеют преимущество – расширенные борты кузова и меньший расход топлива. За время эксплуатации техника не вызывала у специалистов нареканий. Данные автомобили поступили нам в парк во втором квартале этого года. Зарекомендовали пока себя с положительной только стороны, так как внеплановых ремонтов нету, только плановые технические обслуживания. Ну, бывают там сбои по колесам, но это естественно. Технику приобрели по программе технического перевооружения «Алроса».